Я уже второй раз участвую на этом проекте. В 2018 году я участвовал. У меня вообще очень хорошие впечатления от участия этого проекта. Думаю, этот проект очень шикарный проект, не только для самого Узбекистана. Думаю, это проект охватывает не только культурное наследие Узбекистана, но во всей Центральной Азии. Я уже намечал, что вот многие культурные наследия народов Центральной Азии совпадают друг с другом. Они более похожи, особенно вот таджикских, узбекских культурных наследий очень похожи. И думаю, вот на этом проекте можно создавать мини-проект вот, культурного наследия всех народностей Центральной Азии. Я думаю, этот проект объединяет всех народов Узбекистана. И думаю, для этого проекта очень хорошие продвинутые будущее. И думаю, на этом не надо останавливаться. Надо вот расширять этот проект другими способами. И я очень рад для участия этой конференции и проекта.